Забор с монолитно-ленточным фундаментом придает эстетически законченный вид участка. Он идеально сочетается с постройками вне зависимости от их стиля и архитектурных особенностей. Такое ограждение является самым надежным и долговечным. Оно эффективно защитит ваш двор от любопытных глаз и проникновения на участок. Забор с монолитно-ленточным фундаментом прослужит не одно поколение, ведь такое сооружение наиболее устойчиво к воздействиям внешних факторов. Но, пожалуй, главной отличительной особенностью этого забора является многообразие дизайнерских решений, возможность идеально вписать ограждение в окружение и выразительно подчеркнуть его индивидуальность. Сегодня мы расскажем о специфике монтажа забора с монолитно-ленточным фундаментом. На первом этапе проводим разметку будущего забора с привязкой к существующему рельефу местности и с учетом пожеланий заказчика. С помощью нивелира определяем перепады высот и расположение реперных точек, угловых столбов и промежуточных, подворота и калитку. Рассчитываем ширину шага между столбами и кратное распределение каскада ступеней в случае с перепадами высот. На основании этих данных мы составляем детальный проект забора. Траншею под бетонное основание забора размечаем с учетом расчетных габаритов ленточного фундамента. Реперные точки соединяем шнуркой, обозначающей границы траншеи. После этого приступаем к земляным работам. Типичная глубина траншеи с учетом песчаной подушки ориентировочно 50 см. В отмеченных заранее местах залегания столбов пробуриваем отверстия глубиной около 1,5 метра. Такое залегание опорных элементов сделает забор особо прочной конструкцией. В случае присутствия водонасыщенных грунтов компания «Заборград» использует при бурении обсадную трубу. Дно траншеи укладывается дренажной подушкой из песка высотой в 20 см и происходит заглубление несущих столбов. Над уровнем песчаной подушки устанавливаем каркасы из арматуры. Вертикальные каркасы сопрягаются, вяжутся или свариваются с горизонтальными. Такой каркас особо прочен. Он не деформируется при заливке бетона и на долгие годы сохраняет конструкцию фундамента забора. Компания «Заборград» использует периодическую арматуру. Такая же, к примеру, используется в строительстве монолитных зданий. Компания «Заборград» подготавливает опалубку заранее, в промышленных условиях. Основой для ее изготовления является ламинированная фанера, впоследствии обработанная маслом. Такая опалубка дает идеально ровную поверхность и позволяет экономить время на установку и демонтаж. Конструкцию стягиваем между собой строительными шпильками с использованием трубок ПВХ. На этом же этапе проводим монтаж электрозакладных. Многократное использование опалубки позволяет существенно снизить стоимость конструкции для заказчика. Качество бетона – залог прочности и долговечности конструкции. Компания «Заборград» использует исключительно сырье зарекомендовавших себя поставщиков. Только продукция высочайшего качества достойна стать основой ограждения «Заборград». Бетон укладываем в опалубку, выставленную по шнурке. На этом этапе «Заборград» использует глубинный вибратор. Он позволяет заполнить все полости и устранить воздушные карманы, избавив тем самым будущую конструкцию от разрушительного действия так называемых раковин. Расчетная прочность бетона достигается на 27 сутки, но используя марку бетона B22.5 в обиходе M300, мы можем приступать к следующему этапу раньше. Уже на второй-третий день, в зависимости от погодных условий. Во время летней жары или осенне-весенних заморозков, на время становления бетона важно накрыть конструкцию полиэтиленовой пленкой для создания внутреннего микроклимата, благоприятного для набора прочности. Во время кладки кирпича к металлическим несущим столбам привариваем закладные или проходные лаги. Для отделки столбов может быть использован различный материал, в том числе тот, которым отделан дом, для создания единства стиля. Толщина шва составляет 10-14 мм. Кладку производят только профессиональные каменщики, используя уровень и качественные растворы. Сверху устанавливаем колпаки, защищающие столбы от осадков и придающие конструкции законченный вид. Фундамент забора обрамляем заборной планкой и отливами. Для монолитно-ленточного фундамента подходят различные виды заполнений. Мы будем использовать евроштакетник. Планки евроштакетника прикручиваем к поперечным лагам кровельными саморезами. Мы используем шахматную конструкцию размещения евроштакетника.
идеальным решением для входной группы послужат откатные ворота с автоматическим управлением. Это существенная экономия места на участке, удобство управления, позволяющее открывать и закрывать ворота дистанционно, а также безопасность для детей и животных. Дополнением к таким воротам станет калитка, снабженная электрозамком и домофоном, позволяющая открывать дверь, не выходя из дома. Компания «Заборград». Надежно, профессионально, выгодно.